Заместитель начальника главного управления юстиции Брестского облсполкома Яна Стельмашук – юрист опытный и грамотный. Многолетний стаж работы позволяет ей решать вопросы, звучащие по ту сторону телефонной трубки, своевременно и качественно. Сегодня обращения в основном касались деятельности органов, регистрирующих акты гражданского состояния. Наиболее часто обращаются по вопросам деятельности органов ЗАГС, реже по вопросам работы нотариата, вопросам работы риэлторских организаций. Как правило, в понимании большинства людей ЗАГС – это торжество, это свадьба, но на самом деле это не совсем так. Это лишь небольшая часть их работы, а она гораздо шире и многограннее, и касается интересов практически каждого человека и затрагивает его интересы неоднократно. С этим и связана, наверное, частота обращений. Вопросы носят больше уточняющий характер, то есть информации об осуществлении административных процедур достаточно, она размещена в доступных местах, на интернет-сайтах, на стендах, а люди обращаются больше, уточняя что-то относительно своей ситуации. Каждая ситуация уникальна, и они звонят, как правило, прежде чем обратиться за осуществлением административной процедуры в ЗАГС, уточняют какие-то моменты, нюансы. Проведение прямых телефонных линий – эффективный, хотя и далеко не единственный способ решения проблем людей. Учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию, это возможность сохранить контакт с людьми и оперативно реагировать на возникающие у них вопросы. Это способ обратной связи с населением, это дает возможность получить информацию о качестве, по мнению населения, работы того или иного органа, организации, поэтому этот способ мы активно используем, он не единственный, конечно, мы проводим и анкетирование, изучаем мнение населения на портале рейтинговой оценки, непосредственно при выездах в отделы ЗАГСа, но сейчас в условиях пандемии это один из таких наиболее актуальных способов общаться с гражданами, поэтому достаточно это востребовано и население обращается. Ну, конечно, не только в ходе проведения прямых телефонных линий люди могут обратиться в любое время, когда им это удобно. А прямая линия, наверное, дает возможность лишний раз напомнить о том, что есть мы и можем где-то оказать эту информационную поддержку населению. В Главном управлении юстиции Брестского облсполкома на связь с жителями региона специалисты права выходят регулярно. Узнать о дате и времени проведения прямых линий можно на официальном сайте управления, а также на страницах газеты «Заря».